Доброй ночи всем моим подписчикам и зрителям из Аркадии. Здесь слет байкеров. На Ибице снова какая-то дискотека. Громко играет музыка. Кто-то выступает. Кто именно, не знаю. Но кто-то выступает. Ой, а людей в Аркадии, мамочки родные. Посмотрите просто. Тут, кстати, есть вот такие вот такси на мотоциклах крутых. Могут вас подвезти. Вот видите, зелененькие такси. Так что желающие могут прокатиться. Я не знаю, сколько стоит, не спрашивал, не интересовался. Это эти самоубийцы, по моему мнению, это эти мотоциклисты на таких мотиках. Опа. Не, ну Аркадия никогда не падает духом. Ни при каких обстоятельствах. Тут всегда громко, весело и позитивно. Тут можно сыграть в футбол при желании. И проиграть немножко денег. Можно потанцевать, можно сыграть в футбол, можно потягать гири. Можно просто покушать. А можно просто пойти покупаться. Вот можно дротиками закидать Путина, Лукашенко, Януковича, Шойгу, Пригожина, Лаврова, кого угодно, кого пожелаете. Не, в Аркадии хорошо, что не говори. Здесь люди отдыхают и телом, и душой. Все столики заняты.